Украинский журналист Станислав Асеев находится в плену у боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Егор Фирсов. По его словам, Асеева задержали представители так называемого МГБ ДНР. Они сообщили матери журналиста, что его обвиняют в шпионаже, и разрешили ей увидеться с сыном. Теперь Станислав надеется только на обмен пленными, пишет Фирсов. Напомню, журналист писал из Донецка для украинских изданий под псевдонимом Станислав Васин. 2 июня он перестал выходить на связь. Все это время боевики не признавали, что причастны к его исчезновению.